В Древнем Риме все гладиаторы сношались со шлюхами. Причем меняли их просто как перчатки. Там не было никакой контрацепции. И что-то никто там не подыхал. Ни от сифилиса, ни от СПИДа. Кстати, если почитать также средневековые трактаты, тогда не было этих болезней. Я тоже в доказательство скинул три эти из книг. Почему не было? А потому что людей не травили. Не было особой мертвой ткани в организме. Животные занимаются сексом налево-направо со всеми. Ну, я имею в виду, что олень вот он спарился в этом брачном периоде с одной самкой, хотя год назад с ней другой олень спаривался. Обезьяны точно так же, львы точно так же, волки точно так же. Там нет никаких венерических заболеваний. Любое венерическое заболевание – это бактериальная инфекция, но ее первопричина – это дохлятина в вашем теле, фиброз. Как вы ее заработали? Вы питаетесь всяким ядовитым говном и сами себя убиваете. Пьете фторированную воду. Я уже на одной из трансляций показывал, что